Финляндия. Благополучие, стабильность, безопасность, уверенность. Такие ассоциации, согласно исследованиям, возникают при упоминании Финляндии. Жители страны на протяжении десятилетий подтверждают звание самых счастливых людей в мире. Финляндия прочно удерживает лидирующие позиции в мировых рейтингах самых процветающих стран. Жизнь в Финляндии достаточно обеспечена. Государство гарантирует бесплатное образование всех уровней, качественную медицинскую помощь, стабильность в выплате пенсий и пособий. Эти факторы делают страну привлекательной для мигрантов. Финляндия славится своими большими зарплатами. Именно этим она привлекает иностранцев. Согласно данным статистического управления Финляндии, средняя зарплата в стране по состоянию на 2020 год составляет 3313 евро. Установленной государством минимальной заработной платы в Финляндии нет. Она определяется специальными организациями, чем-то вроде профсоюзов. В 2020 году средняя зарплата электрика составила 3100 евро в месяц, а работники в строительной сфере в среднем получали 3325 евро. Что касается приезжих временных рабочих на производственной линии, помощники, строители, сборщики урожая, то здесь оплата варьируется в зависимости от опыта и объема работ. К примеру, электрики и монтажники получают в среднем 10-12 евро в час. Опытные строители могут получать 15-17 евро в час. Часто жилье предоставляется бесплатно, а часть продуктов обеспечивается фирмой или организацией-нанимателем. Финляндия остро нуждается в новых работниках. В стране множество свободных предложений в сфере строительства, перевозок, сбора и сортировки овощей и фруктов, ухода за детьми и пожилыми людьми, ресторанно-гостиничного и торгового бизнеса.